номинации «Лучшая ежедневная информационная программа» представлены. «Наши новости», ЗАО «Второй национальный телеканал». «24 часа», ЗАО «Столичное телевидение». «Новости экономики», Белтелерадиокомпания. Итак, первая номинация. Лучшая ежедневная информационная программа. «24 часа» ЗАО «Столичное телевидение». Удачная номинация. Прекрасно. Это было неожиданно, и я надеюсь, что заслуженно. А я хочу добавить, вот прежде чем вручали эту номинацию, ведущие спорили на сцене, а что же такое новость. И вот мы сами сегодня, и наш телеканал, и наша программа «Новости» сегодня сделала новость, и прекрасный информационный повод. И так уж получилось, что вот эту награду мы получили за 3 минуты до начала нашего основного выпуска новостей. И это прекрасный информационный повод, чтобы сделать первый номер в нашей вечерней новости. А вот ты успел он, передать вот он, об этом информацию нашим на базу? Об этом уже вышло в эфир.